Гусятки отдыхают. Не буду их тревожить, лучше обойду. Не знаю, что вот в эту грядку посадить, где редиска была. Редиску больше не хочу сажать. Мы ее уже наелись. Уже как-то не очень. Так, голуби у нас сегодня летают. Мы следим. Сегодня они летают, гуляют. Они, мы их выпустили, они так взлетели высоко. Нэнси. Нэнси, ты что там лежишь? Охотится за кем-то. Охотница наша. Сейчас покажу. Огородик. Вот такой вот. Чистенький. А вон там цапля ходит, гляньте. Увидите, нет? Вот она полетела, полетела. Улетела. Все. Улетела. По огороду прям, представляете? Ну и раз утром рано встаешь, вон она полетела. И просто камеры нет рядом. Вон она полетела. Камеры рядом нет с собой. А она по огороду гуляет. Цапля. Здесь посреди лука подсолнух один, вот он. Я уже не стала его убирать, думаю, пусть сидит. Раз, я не знаю, раз вылез, кто его там посадил. Ну, вот так вот. Чистенько. Чистенько. Показывала, да, я вчера здесь, что было, и вот, что стало. Благодаря моей любимой команде. Мы все вчера как дали здесь жару, дали. До самого темна работали. Вот видите, какая дорожка. Вот она дорожка пошла. Дорожка, дорожка, дорожка. Да. Вот так вот мы работали. Хорошо. Поработали, что сегодня еле встала. Поясница аж трещит. Все, картошка, гляньте, какая чистая. Всю амброзию вчера мы здесь. Как согнулись здесь, только попок кверху торчало. Ой-ой-ой. Как согнулись в этой картошке. Всю амброзию убрали. Чистота. И дорожку, видите, почистили. И лучок с капусткой. Это уже крестинка. Я говорю, пусть остается, когда вот проходишь тяпкой, и остается трава. Нет, она пошла, взяла вот эти вот грабли, все вычищала, чистоту, видите, какую наводила. Говорю, так некрасиво, надо все вычистить. Ну, надо так надо. Вот так. Дальше пройдемся. До речки не пойду. Боюсь, там сейчас змеи. Вот картошка. Красота. Дожди такое время были. Проливные прям. Невозможно было в огород выйти. И у всех как резко сорняк поднялся. И все бегом на огород. Сейчас все на огороде. Убирает этот сорняк, потому что впереди опять дожди. Прореживали еще свеклу вчера. Вон какая здоровая. Листочки такие. Главное, чтобы вот здесь вот все было хорошо. Но пока не видать. Здесь вот, видите, кусочек небольшой остался. Вон там начали, но уже комары начали вчера нас грызть. Амброзия, видите, вот здесь нужно будет тоже поработать. Вот что было. Вон, видите, что творится, а? Вон, что творится. Ой, амброзия это.
Это, по-моему, вот свекла у нас осталась. Там немножко картошки, где-то там вот в конце чуточку, совсем два рядка картошки. Здесь свекла все нормально. Чистая. Вот, вот про такую вот историю я говорила Кристине. Вот, видите, сорняк. А он высохнет и все, и как мульча пойдет. А она говорит, грязь создается. Ну, конечно, ну вот, некрасиво, да, создается грязь, как неухоженность. Ну, если здесь все так вылизывать, это, я не знаю, только жить на огороде. Вот. Арбузики я уже показывала. И здесь в конце огорода я показывала, да, что было не очень чисто, а теперь все очень даже чисто. Вот такой чистый у нас теперь ухоженный огородик. Чистота, красота и порядок. Цапля улетела. Все. Вон, видите, трава осталась. Вот, как пропололи. Ну и пусть лежит, она высохнет вся. Ой, красота какая. Ладно, пойду заниматься своими делами. Красота и порядок. Ну все, если дождей-то нет, конечно, ты поддерживаешь свой огород в чистоте, да в порядке. А когда дожди идут, 2 недели или сколько у нас дожди лили, куда ж тут выйдешь-то? Конечно, тут не выйдешь. А потом все, как говорится, бросаешь и бегом-бегом начинаешь все полоть. И тропинка чистая. Трамбовалась. Ну да. Пока доехали. Так хорошая там трава. И этого дорожки дикого нету. Ну, так помногу не надо, ты чего? Это что было? Камыш. О, смотри, 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 что она делает. Марта? Марта? Марта, это не тебе. Марта, это не тебе. А кто ее туда привязал? Рушан. Кто ее туда привязал? Не, ну все равно пожует. И пошла. Ага. Хулиганка. Пузо уже наела. Такая толстенькая стала. Да, видишь? А то бока были впадшие, а сейчас хорошая, кругленькая. Чистенькая. Вон какой пузяка. Так потихоньку и к сентябрю наберем целый скирт. Чего целый? Скирт. Буквально, если дожди опять пойдут, через недельку обратно туда можно будет ехать и заново косить. Ну да.
Вдвоем удобно, да? Ты кусишь, я собираю. Ага. Да и быстро получается. Угу. Полчасика, да, у нас ушло? Ну да. Даже хозяин напомнится не успел. Ну, не прикалывайся. Вода у них есть. Вот она. Стоит. Сейчас хорошо, да? Время такое хорошее. Но их пора уже будет это заводить. Я сейчас пойду хрюш покормлю. Пойду сперва помою и вылью. А потом комбикорм возьму. Сверху налью. Насыплю. Ага, она потом все перемешает? Ну да. И съест. Так извини, здесь тоже молочки, знаешь, сколько там? Оставшийся и кефир, и молоко. Все собрала, и майонез выдавила, который ты не ешь. Мой майонез? Ну, помнишь, такой не очень попался майонез? Да я понял. Это такой майонезный продукт. Люблю запах сена. А что там Кантимай это принесла в этих банки? А что за банки? Смотри, Рушан, убери ее, пожалуйста, чтобы я не нервничала. Марта, отцепи ее подальше, прицепи. Марта, ты что творишь? Иди сюда. Марта. Хулиганка. Марта. Ах ты хули... Ну-ка, нельзя. Иди сюда. Бяшка, домой хотите? Сейчас можно серединку куда-нибудь, уже вечер. Пусть она тебе ухо оближет. Зажует сейчас тебе футболку, съест. А, вот такие маленькие баночки. Они для варенья хорошо. Ну да. Вон. Понемножку достал нам двоим. А здесь? Так. А здесь? То же самое, смотри. Такие же, да? Угу. А что, крышки продаются? Нет, крышки там есть. Устал уже, да. Все, наскакался. Все. Это неуправляемо. Вот насколько он отличается, вот Дерек от него. На Дерек вообще спокойный. Но этот, он, я его даже вот не могу. У Дерека можно было так вот взять, так к себе прижать, и так спокойненько прижимался. Но вот это чудо. Чудо-юдо. Я его даже не могу. Я боюсь, что у меня нос откусит. Пилотик. Девочка, я пришла водички попить. Видите? Все, да, все. Надо лежак. Ой, мамочка. Надо вам лежак принести, он тут большой. Или уже оставите туда. Ну, он же его будет таскать. И тут некуда, да? Надо уже оставить для своего собачонка. Он его весь, это, сгрызет, как свой сгрыз, и теперь он одна подушка только осталась. Ой, все, слава богу. Нет? Сейчас, кажется, скажу второе дыхание. Ты такой сладкий. Ты такой сладкий мальчик. Все, давай, обнимем.